Активно развивающаяся экономика Узбекистана открывает хорошие перспективы для российских экспортеров. А отечественные технологии и оборудование высоко ценятся на центрально-азиатском рынке. Поэтому внимание к российским поставщикам на выставке «Иннопром» большое. Свои разработки и проекты в Ташкент привезли ульяновские предприятия. Компании рассчитывают найти новых партнеров и расширить свое присутствие в Узбекистане. К сожалению, после пандемии существенно снизился товарооборот между Ульяновской областью и Республикой Узбекистан. Если до пандемии он был около 14 миллионов долларов, то в 2021 году мы только 5 миллионов долларов поставили продукции. И наша задача была увеличить количество дилеров, представителей, дистрибуторов компаний ульяновского производства. Глава региона Алексей Русских провел ряд деловых встреч с потенциальными инвесторами. Недели ранее в Ульяновске было подписано соглашение с Узбекистаном по созданию торгово-логистической инфраструктуры. Эту тему продолжили обсуждать и на выставке. Так, подписано соглашение с компанией, которая занимается ритейлом строительных материалов. На базе компании создадут так называемый шоу-рум для ульяновских производителей. Или по-другому торговый хаб, где местные бизнесмены смогут выстроить логистику. На сегодняшний день подписано с ними соглашение. Соглашение это было подписано в апреле месяце на форуме в Ульяновске. Форум назывался «Сделано в Ульяновской области». И сегодня мы приехали для того, чтобы начать реализацию этого соглашения. Будет создан шоу-рум, где производители Ульяновской области будут выставлять свои товары, то, что они производят. На сегодняшний день более 7 таких компаний уже заявили готовность реализовывать свою продукцию через этот шоу-рум. Я уверен, что их количество будет расти дальше. Также губернатор встретился с одним из крупнейших частных инвесторов в Узбекистане, который объединяет предприятия в различных отраслях экономики. Обсудили возможные инвестиционные проекты по производству текстиля и стройматериалов. Коммуникации, экономические связи, кооперации. С удовольствием готовы принять вас у себя в области, если надумаете инвестировать в нас. Это тоже есть, да, вкладывать деньги и на чем зарабатывать. По итогам прошлого года торговый оборот региона с республикой составил более 5 миллионов долларов США. Регион экспортировал продукции на 4 миллиона долларов. Большую долю составляли при этом средства наземного транспорта. С 2021 года ульяновские предприниматели значительно расширили свое присутствие в Узбекистане. Предприятия начали поставлять кухонные мойки, раковины, газовые котлы, межкомнатные двери и фанеру. Анна Тищенко, Улправда ТВ.